Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, и сегодня у нас инди-хорроры опять. Короче, приобрел два хоррора, потому что мне кажется, что по одному на серию они какие-то не очень подходящие, поэтому сразу два на всякий пожарный, но, возможно, и каждый из них будет хороший, посмотрим. Первый называется «Паранокс», у тебя есть кондуктор, ты ищешь, коллекционируешь 10 записок. Окей. Каждая записка там написана, синхронизирована с каким-то предметом, который нужно найти. Будет неплохо также выжить. Это да, это логично. Так, 10 записок, Слендер, все дела... Ой, как это, сеттинги есть здесь убавить? Нет, нету. А, подожди, контроли. Окей, здесь тоже нету. Ладно, будем играть на огромной чувствительности, почему, собственно, нет. Нужно собрать 10 предметов, побегать от какой-то свинюшки и коллекционировать какие-то... Так, раз, два, три. Во, мышку убавил на чувствительность. Так, где я был? Как открывается? Закрыто? Хорошо. Есть закрыто... Так, откуда я пришел? Отсюда? И что такое? Так, кто-то уже идет. Кто-то за мной уже ходит, ладно. Какие предметы, как они выглядят? Окей, здесь открыто, но ничего не... Это я закрываю? Так, первая записка. Нет? Да. Похоже, люди пропадают из школы, и с каким-то начальником нужно связаться. Что они об этом сделали? Я надеюсь, то, что случилось с ними, и это искусство учителя обратно. Подожди, это SCP-глаза? Да, они ходят. Да, они ходят. Или не ходят. Я не понимаю. Так, вот это точно ходит. Меня уже поймали, серьезно. А, окей. Ты, наверное, попался, это имеется в виду. Интересное, интересное начало, Васк. Ой, а теперь мышка в меню не работает. А, все заново, поехали. Короче, как только что-то начинается, сразу происходит что... Окей. Ладненько. Давайте перед тем, как продолжим, мы посмотрим полезную рекламу. Покупать одежду, технику, предметы интерьера и многое другое на маркетплейсах уже стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Еще приятнее воспользоваться выгодными предложениями площадок. Например, в период распродажи 11.11 на Озон многие только и успевали встречать курьеров и посещать пункты выдачи. Однако Озон решил не останавливаться на этом. 1 декабря на маркетплейсе стартовала финальная распродажа года со скидками до 80%, и продлится она до 25 декабря. Это удачный момент, чтобы подготовить свой дом к Новому году, закупить украшения и подарки для близких и накрыть праздничный стол. Скидки на одежду, электронику, косметику, товары для детей и многое другое. Тик-так, тик-так, время выгоды. Товары на Озон доступны с удобной доставкой в пункты выдачи или до двери. А в случае с одеждой и обувью, товары можно оплатить после примерки в пунктах выдачи. Торопитесь, Новый год все ближе, и сейчас самое время воспользоваться грандиозными предложениями Озон. Подробности по ссылке в описании или по этому QR-коду. А мы продолжаем. Окей, давайте дальше. Давайте дальше, про скидки узнали. Пойдемте дальше. А SCP-глаза. К ним лучше не попадаться. Так, первая записка находится сразу справа по борту от нашего начала. Правильно? У нас выносливость заканчивается? Заканчивается. Так, значит, глаза... Не понял. Значит, глазам лучше не приближаться. Вопрос, а как доджить глаза, если они зажимают меня с обеих сторон? Это вопрос очень хороший. Так, кто там ходит? А, это глаза за мной ходят. Все, я понял. Они ходят, но не бегают. То есть это... В смысле они ходят, но не бегают? Почему они бегают, я не понял. Или... Что-то я... Да начинайся ты уже, алло. Здесь даже заставку нельзя скипнуть. Что за бред? Игра...
в которой игрок будет переигрывать по 100 тысяч раз, не должна начинаться с длинной заставки. Либо эта заставка должна проигрываться один раз и больше никогда в жизни не появляться. Так, ладно, окей. Записки нет. Короче, если слышим топот, если слышим штук. Если слышим стук, значит, за нами идут глаза. А где-то еще должна быть свинюшка. Свинюшку я видел в этом, какого в стиле, в трейлерах. Какая-то большая такая свинота прям просто ходит и ловит нас. Ладно. Я не понял, либо меня догнал глаз, но судя по звуку, он не бегал. Значит, возможно, я попался на другой глаз, который был где-то рядом со мной, но я его не увидел. Здесь еще ничего не видно. Фонаря нет, F нажимаю, не работает. Так, глаза в туалете есть. Туалет не открывается. Окей, даже пробовать не буду. Остальные, судя по всему, не открываются. Очень все однообразно. Ничего не понятно. Ага. Так, вот SCP глаз. Но он медленно ходит. То есть он реально ходит медленно. Наверное, меня все-таки поймал какой-то другой. А как мне... Как мне в этой куче однообразных локаций понять, где я был, а где я не был? Где... О! В шкаф можно залезть, наверное. А... Ты чё, серьезно? Ты мне предлагаешь каждый шкаф обыскивать? Или только тот, который горит? Почему-то в шкафу она начинает задыхаться. Не знаю, с чем это связано, но ладно. Так, глаз ушел. А, гениальная игра, прекрасная. Тот, который подсвечивается, шкаф можно открыть. А серьезно, а как понять, где я был, а где я не был? Так, это библиотека, хорошо. Ага, записка. Допустим. Вот, я слышу! Я слышу свиноту! Вы что так быстро бегать-то стали? Где свинота? Давай ее хотя бы найдем. Посмотрим. Вот! Вот! Где она? Так, какой-то летающий монстр. Меня догоняют глаза, я не знаю. У меня на этот хоррор планы были побольше, чем на второй. Но я так понимаю, в этом хорроре заниматься больше нечем. А это значит, что нужно запускать... Окей, ладно, запускаем следующий. Следующий хоррор называется «Математика — это ужас». Не знаю, как, что конкретно это значит, но название такое. Возможно, он будет поинтереснее, потому что этот хоррор прям, ну, совсем такой себе. Так, опции. Resolution, FX, Full Screen, никаких настроек. Поехали смотреть. А, здесь что? Здесь... Ети твою мать. А что происходит? А почему все так лагает? Опции. Давайте убавим разрешение. Ну, допустим, 2560 на 1400 где ты? Что-то дико лагает. Допустим. Ну, меню. Континуе. Это мало чем, может быть, фуллскрин поставить? Фуллскрин. А, это фуллскрин, в смысле, весь экран. Хорошо. Ладно, давайте так. Какой-то клоун с двумя бензопилами и неплохо смотрящийся на превьюшке, скорее всего, будет очень даже неплохо, 8-9 минута. А, Мюррей — математический клоун. Короче, о, перестал лагать. Смысл этой игры в том, что здесь нужно, по-моему, решать математические загадки и тем самым продвигаться вперед. Или что-то вроде того. Использовать. Раз, два. А. Первый, второй. Замечательно. Введи код. Какой? А где я его возьму? А есть подсказка. А, мне нужно какой-нибудь пример найти. Или сто... Вот. 1 плюс 12. Открыт. А-а-а! Подожди, а эта херня... А, у меня должно быть время на то, чтобы я... А, вот он. Так, подожди, на этот хоррор теперь у меня гораздо большие планы, если честно. Так, 12 плюс 8, 20, допустим. 20, хорошо. То есть каждый раз, когда я открываю дверь, я потом ее закрываю с помощью вентиля. И у меня будет больше времени на то, чтобы решать предметы.
Интересно. Потом нужно будет еще и врубать, я так понимаю, вот эти провода. 11 плюс 8, 19. Хорошо. А клоун в это время пошел, то есть он выбрался из своей ловушки, и мне теперь нужно действовать гораздо быстрее, чем он двигается. А 11 минус 2, это 9, хорошо. А реально, надо ли закрывать двери? Я просто не особо уверен, насколько сильно они его задерживают, есть ли смысл тратить на это время. Пока что здесь не добавляется загадки. Пока что здесь все само по себе. Так, 5 плюс 4, это опять 9, хорошо. Кто-то запел? Математика это... Да нет, ну математика это не ужас. Математика это вообще называется царицей наук. Математика это... Математика это 17. Вот если бы я не знал математику, откуда бы я знал, что вот 11 плюс 6 это 17. Или что там было написано? 11 плюс 6? Или 12 плюс 5? Ну да ладно. Окей, так, 7 умножить на 8. Это 50, если я не путаю, 6. Да, не путаю, смотри-ка, молодец. У меня очень, знаешь, вот не то, что плохо, я не скажу, что у меня плохо с умножением. У меня вот эти, знаешь, где-то средние, вот эти 7 на 8, 8 на вот этот 7. У меня вот с этими цифрами плохо. Не то, что плохо, а хуже, чем с другими. Так, 5 минус 2, это 3. То есть перемножение вот этих каких-то близко к высоким, близко к 10 средних каких-то чисел между собой, у меня перемножаются гораздо хуже, чем другие. Так, 16 на 3, это 40... 16 на 3, сколько это? 48. 48, окей. А что будет, если я ошибусь? Клоун быстрее пойдет или каким-то образом что-то сломается? Комнаты начинают повторяться. А здесь вообще будут реально вот эти вот провода, для чего нужны? Так, 8 плюс 5, 13, хорошо. Я не тороплюсь, я не лишнего ничего не нажимаю. Блять, ты чё? Давай только меня вот этим вот не... Да серьезно, что ли? Вот этим вот меня не тормози, работа исправна. Если здесь так и будут примеры, которые простые, то это такое себе тоже хоррор. 5 на 3, 15. А, все, началось! Так, теперь нужен нам красный и синий. Окей. 15. А. А, вы поменяли мне местами эти, что... А, то есть игра начинает постепенно усложняться. Хорошо. Так, бегать я здесь не могу. Так, красный и синий опять сверху, допустим. Здесь у нас что? 12 на 12, 144, квадрат 12. Так, это я помню, 144. Да, такое дело есть. Я помню квадрат 11, я помню квадрат 12. Я помню квадрат 15. Квадрат 11, 121. Квадрат 12, 144. Квадрат 15, 225, вроде как. Так, ага. Так, здесь у нас синий и красный. Кошка на собаку. А, количество кошек, количество собак. Так, кошек. Раз, два. Три, четыре, пять. Пять на два. Судя по всему, 10. Хорошо. Судя по всему, 10. Неправильно. Да, клоп. Ну, подожди, вот сколько вот здесь кошек? Раз, два, три. Четыре, пять. А, шесть. Шесть на четыре. Шесть на четыре, это 24. Окей. Они же как-то так запрятаны, короче, внезапно. Там под кровавым пятном было две кошки. Это можно было спокойно не заметить. Так, красный и синий опять не работает, значит, включаем. Дальше, 5 на 12, это 60. Что-то там клоун, по-моему, начал постукивать. Я не думаю, что он ко мне так близко, потому что я вообще довольно быстро все решаю и не должен ко мне так близко подходить. Так, это почему-то сразу работает. А почему? Минус 18, минус 4, 4, хорошо. 4, допустим. А в конце меня клоун-то догонит или нет? Мне интересно, он с каждой комнаты начинает ускоряться или не начинает? 7 плюс 4, 11. Только какие-то быстрые пошли задания, опять легкие. Это, наверное, небольшая разминка перед тем, как станет сложно. Ну, потому что задача с собаками, она стала внезапной неожиданностью. Так, 8 плюс 2, это 10, хорошо. 10. Блин, я закрываю двери, но я не понимаю, для чего. Если они его как-то останавливают, это полезно. Если не останавливают, то не очень полезно. Так, опять выключенные. Ага.
11 минус 7. 4. Хорошо, 4, без проблем. Что-то там клоун шуршит, и, по-моему, где-то рядом, нет? Опять кошки и собачки. Да что ж ты будешь... Ебать, как их много. Это что так много их? Так, ладно, а что там у нас? Кошку на собаку умножить. Значит, кошек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 кошек! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 15 на 7. Это сколько получается? 15 на 7. 70, 35, 105. Нет, неправильно! Почему? Почему кошек? Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. А, 16! 16 на раз, два. А, 3, 4, 5, 6, 7! 16 на 7! 16 на 7! 16 на 7! 16 на 7! 76 на 7! Бляха, нет! 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 А сколько будет 16 на 7? Вот 6 на 7, вот я тебе говорю, 6 на 7 вылетает, 6 на 8, 48, 42. 42, значит, был правильный ответ, 112. 112. Так, ладно, окей. Но этот хоррор повторять тоже смысла нет. Давайте я, наверное, запущу какой-нибудь, который у меня заготовлен был в другое место. Но сейчас. А почему, собственно, и нет? Окей, а третья игра. Это не совсем хоррор. Это какой-то шутер-хоррор или что-то типа того. Но здесь написано Survival от Horrors Hangman is a Rope. На русском языке есть, поэтому давайте, окей. Посмотрим. Q, проверка патронов, тап, инвентарь, ПКМ, добавить порошок фосфора в лампу, клик по колесу мыши. Быстрое слово. Окей. Ку это... 1102 год. Темная ночь. Плотный туман накрывает все вокруг. Поезд, мчащийся по направлению в Канзас, неожиданно притормаживает. Вдали на рельсах проступает силуэт человека. Машинисту не остается выбора, кроме как резко затормозить. Однако по приближению к повороту путей что-то неизвестное таинственным образом сбивает поезд с рельс. В результате чего все вагоны переворачиваются и несутся в сторону ближайшего городка. Машинист выбирается из кабины, внимательно оглядывает вокруг. При попытке уйти из города туман сгущается, и Ричард снова оказывается возле поезда. Поняв, что выбора нет, Ричард решает направиться в город и осмотреть местные дома в поисках живых. Выход пробел. Хорошо, окей. Выбор сложности нормально. Нормально, конечно. Стоит минус не пропускать данный текст, запомните правила игры. А, давайте. В игре присутствует прицел, настоящий ковбой, стреляет от бедра. Важно, поджигая фосфор, вы наносите увеличенный урон врагам, но будьте осторожны, применять лишь по необходимости. Таким образом, можно экономить пулю, но фосфор может пригодиться для бесплотных врагов. А бесплотные враги не реагируют на пули, для их убийства потребуется зажечь фосфор и стрелять. Вы также можете убить такого врага, стреляя в труп, из которого он появился, на случай, если у вас закончится фосфор. Ку, проверка по патронов, тап инвентарь, правой кнопкой мыши добавить порошок фосфора, клик по колесу, быстрый слот, F зажечь лампу, расклад геймпад, можно видеть в настройках, вы можете зажечь лампы в домах, а также всю лампу, окей. Окей, так, какой там зажечь фосфор, правая кнопка мыши, да? Допустим. Блин, а здесь, короче, чувствительности наоборот не хватает. Пока ничего не нажимаю, а где прицел? Обычно в играх от первого лица посередине есть крестик, который как бы намекает на то, что вот в этот крестик полетит пулька. Как мне без крестика играть, я не понимаю. А! Блять, ты что меня пугаешь? Так, ладно. Ладно, окей. 3 патрона на одного. Так, я зажечь лампу. А для чего? Это что, бесплотный враг? Патрон для магнума собрать. Это что такое? Не понял. Это что такое? Это уже страшно или что? Так, патроны, хорошо. Так у меня даже не атакуют. Так, а что такое? Там фосфорный порошок. Восстановить 100% здоровья собрать. Так, а инвентарь это можно применять, да, из инвентаря? Хорошо. Инвентарь, документы, карта. Допустим. У этой игры смешанные обзоры, отзывы в Стиме, поэтому... Она лежала... Знаешь, у меня есть некоторые игры, которые лежат просто вот так. Вот на случай, на всякий пожарный. Вот сейчас случился всякий пожарный случай. Это когда я внезапно купил 2 игры, думал, из них склеится одно нормальное видео, а из них ни хера не склеилось.
Просто потому, что обе игры какие-то получились, типа, один... Ну, один реально одноразовый, если не задрачивать с этим, с примерами. А другой, ну, какой-то совсем уж это... Совсем какой-то деревянный, если что. А вот этот, на самом деле, мне нравится куда больше, чем остальные два. Я не знаю, здесь прям игра, прям ходишь, стреляешь, собираешь фосфорный порошок, обследуешь дома, лутаешься. А был мой день рождения... Я, допустим, рукоять топора собрать... Сохранить игру. Прекрасно. Окей. Я думаю, что записки мы читать не будем, потому что в хорроре не так важна история. В обычном дешманском хорроре не так важна история, сколько важен геймплей. Поэтому нам эти истории не особо-то и нужны. Так, а печку можно? Печку нельзя. Ладно. Так, откуда я пришел? Это можно зажечь? Нет, я пришел оттуда, да. Ну, пока... Пока мало противников, пока вообще ничего не происходит. Iron and Springs. А чё все заперто? Так, бегать могу. Ну, я думаю, прыгать не могу, кстати, а почему? Не понял. Я могу упасть? Не могу. А куда мне тогда идти? Так, окей. А, вот враг появился. Нажмите R для перезарядки. Допустим. Да в смысле? Алло! Чё такое? А, в течение 2 секунд после атаки врага можете потратить фосфорный порошок, чтобы отбросить врага, иначе вы вначале погибнете. Так, я не понял, как я сейчас убил... у меня что, патроны закончились? Патроны закончились уже! Вот здесь справа сейчас сверху был была какая-то полоска. Да бляха-муха. Фосфор. Окей. Это время, которое осталось на фосфор? Судя по всему, да. Так подожди, а у меня патроны уже закончились. Так, тап. Патронов нет. Фосфорного порошка 2 упаковочки. И как мне здесь работать с этим? Да блин. Так, это обычный враг, окей. А стоит ли вообще их убивать? Вот вопрос какой хороший. Типа просто как бы их здесь очень много. Фосфор, спички в инвентаре. Так, это не открывается. А я как прицел от бедра-то сделать? А, это я фосфорный... Подожди, а как прицел от бедра сделать? Ноль из нуля? Подожди, а для чего я патроны подбирал? Как использовать нож? Все? Серьезно? Так, ну у меня было сохранение, ладно, окей. Как загрузиться? Ой, что я сейчас сделал? А, все, сохранение. Так, ну ладненько. Да бля, опять фосфор использовал, ну твою мать. 2 из 12. Перезагрузка. Хорошо. Так, 2 из 12, ладно, поехали дальше. Ага. Так, этого значит на раз, два, отлично. Этот почему-то вообще жестко не убивающийся. Так, а я его сразу фосфором хуйнул, да? Отлично. Здесь очень как-то нужно экономно патроны тратить, потому что они очень быстро кончаются. Я подобрал патроны в сарае, судя по всему, для дробовика, по их внешнему виду. Так, здесь можно бочку взорвать, да? Но она, судя по всему, взорвется вместе со мной. Блять, кончились патроны опять. Да почему вы так долго помираете? Ну что за дела-то? Почему на какой-то надо тратить один патрон, два, там, три патрона, на какой-то целых две обоймы? Так, вот смотри, патроны для дробовика. А где дробовик-то сам? Обычно, когда в игре первый раз попадаются патроны для нового оружия, оружие, соответственно, валяется где-то рядом. Почему здесь оружие рядом нигде не валяется? Это, кстати, первый хоррор из сегодняшних трех, который меня чуть-чуть шугнул. Так, ладно, окей.
Да твою мать, призрачный говно. Допустим. Бляха, я сейчас так весь фосфор просрал. Но он лезет, лазит, он, скорее всего, вряд ли умеет. Так, что по порошку? Два порошка фосфорных, хорошо. Так, здесь дружище стоит. А это как-то отгоняет его? Или для чего я зажигаю свет? Да, блядь, опять перезагрузка. Прекрати меня бить. Так, а у меня нету фосфорных патронов. Допустим. Так, сколько у меня здоровья? У меня 30 здоровья. Использовал 100 здоровья стало. Где дробовик? Блин, реально экономия жесткая должна быть в этой игре. Что он у тебя делает? Я не понимаю, что он делает. Так, а подожди, настройки. Управление. Раскладка. Где режим от стрельбы? Лампа F, открыть карту, добавить фосфор. Или здесь имеется в виду ковбойская стрельба без прицела? Не работает. Может быть, надо дальше идти? Или сначала нужно зажечь фосфор, а потом активировать лампу на F? Ну, показывает, что туда. Ну, окей. Не работает. Что ты от меня хочешь? Объясни, пожалуйста. А, это он активировал постоянно включение лампы. Я думал, он дверь активирует. Ну ладно. Пойдемте дальше. Только дальше-то вот некуда или есть куда? Ну тут по незнанию, короче, просираешь патроны, по незнанию просираешь все, что можно просрать. Где мой дробовик? Почему мне дали от него патроны, но реально не дали сам дробовик? А, тут можно дальше было пройти. А я думал, я реально пытаюсь что-то зажечь, лампу какую-то. Так, блядь, как это доджить? Допустим. Хорошо. Опять перезарядка, тихо. Патроны кончаются, жесть. Хорошо. Бляха, где дробовик? Так, 11. У меня осталось что? 4 патрона. Очень плохо. Так, как это открыть? А, ты мне предлагаешь открыть это с помощью чего-то? Так, ты пока, дружище, походи, у меня нет на тебя лишних патронов, ни одного. Вот, блядь. Что это случилось? Кто это сделал? Кто лампу... Кто мне лампу погасил? О, плюс топор. Собрать. Теперь у меня появился топор в инвентаре. Как это делается? Использовать, соединить с топором. Есть! Так, теперь у меня есть топор. Что там про него написано? Очень удобно, если нужно что-то сломать. Прекрасно! То есть... Блять. Пошел нахуй. Теперь я могу сломать тот замок в таверну, судя по всему. Окей. Так, ну патронов-то у меня так и нет. Придется по остальным местам пробежаться. У меня осталось... Ой, тихо, фри таргетс, бесплатный... А, ну спасибо. Так, а вот тебе и дробовик. А, нет, это винтовка. В тире бесконечные пули. Оно мне зачем? Какие бесконечные пули? В тире должны быть просто пули, чтоб я их подобрал. Много оружек лежит, и ни одну подобрать нельзя, серьезно? Так, куда мужик-то ушел? Так, беру топор. Использовать. Возьми топор, говорю. А, его можно использовать не как оружие. А, серьезно? Допустим. А я думал, нужен болторез. Так, сохранение, прекрасно. Хорошо.
Так, много мужиков идет. А вот и дробовик. А вот и он! Отлично. Как двойка нажать? А, с дробовиком нихера не видно. Как лампу взять? Окей. Так, подожди, но сначала тогда нужно все поджечь. Чтобы я хотя бы что-то видел при стрельбе из дробовика, потому что по-другому я ничего не увижу. Раз. Еще лампы есть здесь? Так, ну я реально не понимаю, нужно ли стрелять этих мужиков, потому что они по факту бессмысленные. Сейчас мне не нужно идти к шахтам. А, здесь еще и какой-то открытый мир, что ли? Ну почти получается. Это что? Так, ну ладно, посмотрим, как ведет себя дробовик. Хорошо. С одного выстрела. Прекрасный дробовик. Что сказать? Замечательный дробовик. Так, эти сюда подходят, я выбегаю. Так, шахты туда. Но ты же говоришь, тебе туда не надо пока что. А на дробовик тоже работают фосфорные патроны или нет? Так, этого я пока... Да хорош! Они меня обездвиживают. И призрак сразу, что ли, отлетает? Так, у меня 50% здоровья. Это меня не радует совершенно. Не с дробовиком. Понял. Понял. Понял, понял, понял. Понял. Ага. Блин, подожди, если это легкий, а точнее нормальный уровень сложности такой сложный, то насколько сложный и тяжелый? А каждый раз, когда я зажигаю лампу, у меня спички тратятся, наверное, правильно? Так, патроны. Это не работает. Ну, наверное, да. Так, 2 из 6, перезарядочка, значит, пошла. Перезарядочка пошла, я говорю. Блин, ну этот хоррор такой прям, знаешь... Меньше хоррор, больше менеджмент. Ну да, это выживание. Прям жесткое выживание. Так, где мой дробовик, спокуха? Спокуха. А, сейчас бы, блядь, сейчас стреляю. Мне нужна хилка. Так, это есть. Это есть. Даже звук захлебывается, когда он выстреливает. Блин, а где реально по хилке? У меня 35% здоровья. 35 это очень мало. Что за звук? Внутри? Так, тут никого. Хорошо. Чё с патроном? 2 из 2. Это двухзарядный дробовик и все что ли? Свечи? Так, хилка, хорошо. Хилку ем. 100%, отлично. И плюс сохранение еще идеально. Так, фосфорный порошок. Ну, по идее, если знать, где можно сэкономить патроны. Ключ от дома Анны. Окей. По идее, если знать, где сэкономить патроны, можно, наверное, жить подольше. Так, мужики. Да кто тут шуршит-то? А где, собственно, Анна живет? Тихо. А как вот это доджить? Сколько он снес мне? А, он ничего мне не снес. Окей. Эта хуйня просто тебя обездвиживает. Она ничего не сносит. Так, лампа. Тихо. Да пошел ты нахер! Да отстань! Да отстань! Ты что делаешь-то? Да что ты делаешь-то? Ты дурак! Ты мне столько... Иди ты нахер! Он мне просто ни с того ни с сего 75% здоровья снес. Просто на ровном месте. Козел. Так, ключ от дома Анны, хорошо. Эй, блядь. Где это Анна? Так, ну-ка, тихо. Подожди, это фосфорный черт. Сначала надо зажечь лампу! Где он? Окей. Чё это за тень? Так, мы здесь были? А, мы здесь были, да, церковь. Так, дробовик. Не-не-не-не. Да, сука, все равно попал. В этом состоянии нельзя двигаться, но можно ходить. Выходи. Ага. Ну выходи! Бляха, он с двух патронов как убился. Там еще кто-то есть? Да, тут еще один есть.
Подожди, 5 спичек. 5 спичек, все окей. Значит, тратится только на поджиг самую лампу. Так, ну я здесь его... А, блядь, меня сейчас тупик зажмет. Хорошо, хилка. Деньги не берутся. Здесь получается, если это в какой-то степени выживач, то все, всех убивать не нужно. Здесь нужно просто пытаться найти припасные, припасные полезности. Так, а эта падла меня дамажит, ты представляешь? Ну в упор надо, в упор подходить, по-другому никак. Это что такое? Так, у меня 45% здоровья, это очень плохо. А что, патрон для дробовика? Кончились патроны! Бля, один выстрел остался у дробовика. Ясно. Потрачу его с пользой. Так, хорошо. Остался только револьвер. Это меня явно не радует. Так, тихо. Ага, задоджил. То есть все-таки можешь задоджить, да? Так, что по патронам? 6-15. Ну, 15 патронов куда ни шло. Так, еще плюс хилка. Патрон для дробовика, прекрасно. Блять, окей, я, эту игру нужно воспринимать как выживач именно. Потому это не шутер, это выживач, все, я понял. Ага, 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 допустим. От не попал сейчас. Ай, ебать, тебя! Прекрати! Прекрати прыгать. Блять, у меня есть на мониторе, по-моему, функция включить прицел. Может, мне стоит ей воспользоваться? Блять. Так, вот смотри, сколько... Я на него потратил 5 патронов. А сколько патронов я собираю? Где патрон для магнума? 12 патронов для магнума у меня. Так, это Анна. Да ха, я... Иди ты в смысле, блядь? Я зачем сюда шел-то? Ты что, издеваешься? Я шел в это здание, чтобы что-то залутать. Почему оно закрыто? Там же вон что-то... Ну там по фос... Ой, да сей... Да хорош. Я специально шел, ну прям видно же, Wild River, магазин, это основной магазин, генеральный. Я должен был получить там кучу припасов. А в итоге я нихера не получил, еще и патроны, блять, еще и патроны потратил. Подожди, а где я должен находить трупы вот этих летающих привидений? Типа тот из которых... Не в демо... Чего? В какой демо-версии? В смысле демо-версии? Алло! Снижена шестеренка, возможно, это элемент какого-то замка. Я что, выйти не могу? Чего? Не понял. Что это сейчас было? Что это сейчас было, я не понял. Не в демо-версии, возможно, неправильный перевод. Типа, нельзя выйти, пока ты не собрал шестеренку. Я думал, это конец, типа, дошел до какого-то места. И все, дальше нельзя. Чего сейфы не открываются? Здесь, типа, наверное, деньги не нужны ни для чего. Блин, ну на самом деле для денег надо было что-то сделать. Типа, лутаешь какой-нибудь магазин, что-то можно купить. Что-то полезное. Так, это дом Анны был, нет? Где лампа-то? Прекрати. Прекрати. Да какой ты, блядь, жирный, но... Ладно. На этом давайте закончим. А вот такой сегодня странный набор из 3 игр. Две из которых должны были стать отдельным видео. Ну, в смысле, две в одном видео. Но почему-то не стали. Я не знаю, что с ними не так, но они не стали. А третья игра, ну, в принципе, она слишком простая в плане механик и слишком сложная в плане геймплея. Как бы. Поэтому отзывы смешанные вполне ее оправдывают. Ссылка на плейлист с остальными дихорами в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, Телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Если вам пришли еще игрушки, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.